Индивидуальный лицевой счет в пенсионном фонде – не аналог банковского. На таком счете хранятся не деньги, а информация о пенсионных правах. Она конфиденциальна. Состояние своего индивидуального счета можно проверить несколькими способами. Первый – через сайт ПФР. Для этого нужно войти в личный кабинет гражданина. Логин и пароль нужно использовать от госуслуг. Второй – через сам портал госуслуги. В разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать подраздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем «Пенсионный фонд Российской Федерации». Третий – через многофункциональный центр или клиентскую службу ПФР по предварительной записи. И четвертый – через банк. Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк такую услугу своим клиентам.